Привет, друзья и подписчики! Как дела? Как здоровье? Как после новогоднее настроение? Вы знаете, я себя сегодня таким дураком почувствовал. Ну, кто еще хочет почувствовать себя дураком? Ну, я понимаю, что женщины, конечно, они себя так не почувствуют, потому что они знают. И вот сегодня я тоже случайно узнал, оказывается, женщины, которые сидят в декретном отпуске, они сидят на больничном. И потом, когда они воспитывают детей, допустим, до 3 лет, да, до года, до 3 лет, они тоже сидят на больничном, им закрывают больничный лист. Понимаете, о чем я говорю? Это получается, что в РФ это беременность, это называется словом болезнь. Уход за ребенком называется словом болезнь. Понимаете? Кто-нибудь из мужчин вот это знал? Кто-нибудь себя еще дураком почувствовал? Неужели я один? О боже.